Давайте. Шістнадцята станція Великого фонтану, пляж Золотий берег. Ми стоїмо на аварійному схилі, який загрожує впасти будь-який час. Крім старої знайомої Тришини, тут з'явилась вже нова, довжиною майже 30 метрів. Решили пройти, посмотреть. Там вот с детства, понимаешь? Мы нам эти края очень хорошо знакомы. А что теперь делать, мужики? Да ничего, это обрушивать надо. Обрушивать? Конечно. Ты его никак не укрепишь. А на ваш взгляд, что стало причиной того, что образовалась трещина? Вода, море. Море. Море, осадки. Гуляете ли вы здесь часто? Просто интересно. Иногда гуляю. В безопасности себя ощущаете? Не боитесь, опасно, что... Опасно, боимся. Что делаете? Может, маршрут как-то изменяете свой для того, чтобы камешки не долетели? Реже сюда ходим. Реже сюда ходите? А что вот альтернатива, если не сюда? Где можно еще погулять? В ту сторону. В ту сторону. Конечно. Ну, знаете, вот там вот мы выросли в Зеленой Горке. Там постоянно такая штука была. Вот каждый, когда дождь проходит или снег прошел, начинает таять, обрывалась очень большая масса. Валик, а сейчас посмотрите, помнишь? Точно так же на Хаджибеевском лимане происходит. Жизнь вообще такая опасная. Ну, естественно, что ничего как бы хорошего в перспективе здесь не предвидится, по большому счету. Надо как-то укреплять, конечно же. А на вашей памяти как давно это? Ну, да, мне кажется, постоянно. Помнишь санаторий писателей? Там да. Пол санатория ушло в море, да. Вместе с корпусами вот такими вот. И это может уйти? Запросто. И это может уйти. И будет как Атлантида? Да не будет как Атлантида. Будет разрушена, а не Атлантида. Вот та трещина, которую мы видим, предположим, вот она расширилась на сегодняшний день. Так? Ясно, что пласт, этот блок этот отделился, и может либо обрушение, либо смещение какое-то. Но кроме этого существует еще целая серия трещин. Так? И постепенно, если мы убираем этот блок, постепенно будет дальше развиваться, расширяться следующая трещина. Мы убираем эту трещину или мы укрепляем как-то склон? Не, ну вы понимаете, укреплить здесь технически достаточно сложно, потому что мы никак, в общем-то, какими-то анкерами там и так далее, пришить как бы этот блок к тому, который вот дальше следующий идет, мы не можем, потому что это тоже не монолитный, не сплошной, тоже разбит системами трещин и так далее. То есть у нас один выход – это убирать. Только убирать этот блок. Технически как это сделать? Какие-то там манипуляторы, там разборка постепенная и так далее. Потому что ситуация рискованная. Здесь у нас проходит дорога. Так? Техника здесь встать не может, потому что будет обрушение. Сзади сказать, на плато установить технику, как-то его обрушать. Редакция.